всячески, Боже, дело рук наших во славе Твоей начинаемое. В областном центре состоялось открытие Александра Невского хорового собора. Это мероприятие приурочено к 140-летию освящения города Иваново-Вознесенска. Певческий форум пройдет в нашем регионе с 12 по 15 сентября. Бесплатные выступления хоровых коллективов состоятся в концертных залах и храмах Иванова и Плеса. В рамках хорового собора пройдет юбилейный 25-й фестиваль духовной музыки «Золотой пес на Волге». Хоровой форум соберет лучшие ансамбли из 12 регионов страны, а также Белоруссии и Украины, включая профессиональные и любительские хоры. Хорошая песня, хорошая музыка, она объединяет людей и помогает им действительно творить добрые, полезные дела, а самое главное – стать лучше, вырасти душой. Нам приятно отметить, что в этом событии принимают участие представители разных поколений и очень много молодежи, поэтому вот такая культурно-патриотическая составляющая, она проходит главной нитью.